Борьба атлетов с баскетбольным оборудованием принимает все большие масштабы. Вы только посмотрите, что позволяют себе эти кольца! Хотя бывают и исключения из правил. Стефан Маркович и немного сербской магии на линии штрафного. Питерский американец чем-то провинился перед домашними кольцами, и те решили проучить защитника. Вы тоже слышали этот звон? Краснодарско-американский богатырь Брайан Квали ценой собственных ошибок заставляет людей смеяться. Сила есть, броска не надо. Это главный промазанный данк сезона. Нитка и Жайте. Евгений Валеев и его переживания после незабитого броска достойны попадания в нашу рубрику. Первый на очереди – сокрушитель баскетбольных колец Дрю Гордон. Мощный американец мажет в самой безобидной ситуации, словно перенимая прошлогодний вирус от одноклубника Евгения Валеева. Бывают в баскетболе ситуации, когда кажется, что промахнуться уже невозможно. Алексей Тростеницкий из «Смоки Минска» доказывает – невозможное возможно. Главное – верить в себя